Приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике расскажу один из самых дешевых способов заливки пола в квартире. Сейчас все покажу и расскажу. Один из самых дешевых способов заливки пола. Так, ну расскажу здесь сразу предысторию. Вот здесь вот я заливал 33 метра квадратных по полу. То есть это вот эта комната 12 квадратных метров. Та вот комната, там 10 квадратов. И коридор. Общая тоже площадь 10,03 квадрата. Что сделал? Здесь вот такой вот пол был. Я, честно говоря, так и не понял, чем тут было залито. Возможно, это гипсом, но похоже, ну не гипсом, а штукатуркой протянут бетон. Но, скорее всего, это просто, наверное, или наливные полы на гипсовой основе. Возможно, это такой на цементной основе. Ну, на цементной я вроде таких не видел полов. Вот бетон, а вот это вот с ветра, это как бы чем-то это залито, не знаю чем. Я побоялся на этот пол делать стяжку, заливать стяжкой, потому что уверен почти на 100%, что она отойдет от этого пола. То есть она не прихватится при такой толщине, тем более. Здесь толщина по всему полу выше в среднем 2 сантиметра. Толщина вот сейчас вот этой стяжки, которую я протягивал. То есть высота маячков вот этих 2 сантиметра. Маячки штукатурные. Я сейчас всегда делаю штукатурные маячки для того, чтобы меньше заливать. Они уменьшают и расход, и высоту. Ну, по маячкам вы можете почитать на моем сайте, по этим штукатурным. Я это там уже все расписываю. Итак, что я тут сделал? Я залил клеем для кафеля. Клей брал самый дешевый, клей Brozex. Вот он такой. Brozex К9. Цена 164 рубля. И чтобы он не отошел от пола, я его сперва тонким слоем просто протянул. То есть я прогрунтовал пол и протянул тонким слоем вот этим клеем. И после того, когда он просох, я уже сверху залил по маякам. Ну, вот это вот я заливаю как бы на первый слой, он основной. Он, когда высыхает, я потом прохожу провиром, подчищая, и потом протягиваю еще тонким слоем, ну, потом грунтую и протягиваю тонким слоем еще вот этого же клея уже сверху. И тогда уже он становится прям идеально ровный. То есть там можно потом подставлять провира, допустим, двухметровое, что так, то есть можно даже, что вообще вот газета не пролазит, лист газеты. То есть ни вообще щелей даже на просвет нет. Можно идеально ровно залить, даже намного лучше, чем наливным полом. Вот насчет стяжки. Стяжкой я не стал, потому что я уверен вот на 100%, что от такого пола она просто даже не то, что подтащит, она сбухтит, когда просохнет, потому что уже сколько раз сталкивался. И стяжкой я вообще перестал заливать пол из-за этого, потому что очень часто она просто, ну, бухтит потом после просыхания и отходит от основания. Наливным полом, вот ради примера просто посчитал, наливной пол, насколько я знаю, самый дешевый стоит в районе 400 рублей. Вот я купил здесь вот на вот эту всю квадратуру ушло 40 мешков клея. Ну, уйдет там вот еще вот остатки долить. То есть я купил 40 мешков клея для кафеля по цене 164 рубля.
Вот сумма получилась 6560 рублей. Грунтовка самая обыкновенная по 480 рублей. Ну и грузчики, доставка. Теперь смотрите, если бы я брал наливной пол, насколько я знаю, самые даже дешевые наливные полы, они стоят, ну, 400 рублей. Ну не знаю, может быть, есть где-то дешевле, ты на 380. Вот я посчитал, если по 380. То есть у вас получается также 40 мешков по столько же килограмм. У вас получается, уходит тогда 15200 рублей. Это вот чисто на наливной пол. Экономия у нас получается, если вот 15200 отнять 6560, то получается экономия 8600 рублей, больше чем в два раза. Экономия на том, что вы вот покупаете клей для кафеля и заливаете клеем для кафеля самым дешевым. Без разницы там каким, Брозекс, там, Геркулес, самый дешевый какой-то, Юнис там найдете. То есть в принципе разницы нет, они все хорошо, они вязкие и намного лучше прикрепляются к основанию. То есть вот экономия просто на том, что подобрали вот материал другой, который ничем не хуже. Экономия больше, чем в два раза. То есть вот на такой площади. Как посчитать, сколько нужно мешков? Я что сделал? Как вот по кубам кубатуру посчитал, получается, нажаешь длину на ширину и на вот эту вот глубину стяжки. Это считается кубатура, сколько нужно кубов. У меня получилось на 33 квадратных метра по полу при высоте 2 сантиметра маячков вот этих вот по всему полу примерно, получилось 0,65 куба. То есть в пересчете это примерно получилось 40-42 мешка. По 25 килограмм, по-моему, мешок. Что-то забывать стал. Да, по 25 килограмм мешок. Ну вот, сейчас я еще раз уже буду протягивать вот остатки, которые вчера там просто надо было выйти отсюда. Здесь вот полностью залито. Вообще я вчера это за день залил одного. Я прогрунтовал, протянул весь пол вот так вот тонким слоем. И потом вот это вот залил. Заливать с 2 часов начал. Ну, заливал, правда, почти до 8 часов, где-то до полвосьмого. Ну, вот сейчас вот остатки долью. И, наверное, сегодня у нас суббота. В понедельник. Вообще желательно, конечно, на следующий день прийти, прошкрябать все правилом. Потому что через 2 дня уже клей очень сильно присохнет, и его уже нельзя вот неровности какие-то счистить. Ну, можно, но уже очень тяжело. А через 3 дня уже нельзя будет вообще счистить. То есть надо будет, наверное, завтра приехать еще почистить. И потом уже вот сверху опять грунтуется, все, убираются все эти напрывы, где вот, где что-то там, неровности. И потом уже тонким слоем. Ну вот весь этот пол в среднем ходит 3 дня. Вот полностью подготовить на чистовую. Там под линолеум, под ламинат. Ну все. Заходите на мой сайт евроремонт.ру и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если понравилось. Ну, не понравилось, не расстраивайтесь. До свидания.